Украина. Такая же тема с дорогами. По плитам едем сейчас. Это Польша. Здесь тоже есть такие дороги, как и везде. Глеб Шипилов и Володя Шарапов ловят панду и главаря. И обочины нет. Хапануть нельзя, хапанешь, улетишь в лес сразу. И ямочки вон, как обычно. Это Атас. Вот продолжение. И деревья, и встречечка его. Он тормозит, и я торможу. Прижаться некуда. Да и все, поэтому вот так вот мы расходимся. Зеркало в зеркало. В Польше разбивается зеркало, тебе никто не платит. Покупаешь за свои. И он за свои, и ты за свои. Ну, видите, обочина вся побитая, потому что все ее ловят. Дорога не ахти, еще и деревья. Не забывай, деревья могут снести тебе крышу в прицепе. Надо этого просто уважать. То, что можно разбить прицеп от дерева. И это твои деньги. Это место, где стоят весовщики, обозначается, и чпокают водителей. Здесь вот особо нельзя ехать, здесь волнами дорога, так можно, здесь два раза уже вылетал по черному вообще именно. Пришел приказ. Притормози. Вот она, первая волна. Мы встаем, взяв сейчас ПКМ. Второе. Садимся ночью в самолет в тот ранний час. Просто офигенно. Когда земля вокруг спала в Афганистан. Так вот, тоже здесь. То все кричат Европа, Европа, и в Европе везде так. По автобанам хорошо. А съехал, особенно Бельгия, там такие вот страны. Франция, Польша, вот это вообще. Их дорог очень много. Это я снимаю просто малые кусочки. Давно, а сердце режет. То вот так вот. И продолжение наших дорог. Обочины, видите, колесо идет прямо под обочиной. Правое. Очень рискованно это на фуре делать, потому что она не любит обочину. Она затягивает сразу. Я уже ловил, я знаю, что это такое. Ощущение не из приятных. Что это надо аккуратно знать все. Ну, здесь более-менее дорожка такая, если что-то будет еще интересное, я засниму. Такая вот дорога. Старая икона в церковной позолоте, вместе с ней теперь их боль перенесло. Все равны пред Богом, пред иконою. Кто войной повязан, слезы горькие у русских матерей.